Несмотря на раннее утро, у здания Аэроэкспресса многолюдно. Повод особенный. Приехал поезд здоровья. А в нем доктора РЖД медицины. Настоящие профессионалы своего дела. Они привезли необходимое медицинское оборудование, чтобы весь день принимать пациентов и проводить обследования. Сегодня старт акции, всероссийской информационно-просветительской акции «Вместе против диабета», которую проводит компания ОАО РЖД в рамках «Года здоровья». Для того, чтобы действительно каждый гражданин нашей страны смог пройти все необходимые исследования и смог действительно определить свой статус. Отправляется несколько вагонов, которые направлены на профилактику заболеваний именно эндокринной системы, сахарного диабета в частности, так как это достаточно сейчас такое серьезное направление у нас, которое, к сожалению, активно развивается в стране и растет заболеваемость сахарным диабетом. За 4 часа стоянки поезда здоровья в дальневосточной столице врачи провели 450 исследований, выявили 12 случаев сахарного диабета и 1 рак молочной железы. Эти все случаи будут переданы в муниципальное здравоохранение города Владивостока. Ими уже займутся специалисты территории, именно эндокринологи и онкологи. Здоровье проедет через всю страну с остановками в 37 населенных пунктах 30 субъектов России.